Красноярск встал в пробке. К традиционно проблемным участкам добавились еще несколько улиц, осложняя ситуацию дождь и дорожные работы. В центре города сейчас находится мой коллега Дмитрий Ишхузин. Дима, какая обстановка сейчас там? Юля, я сейчас нахожусь на улице Карла Маркса в районе улицы Перенсона. Здесь поток машин достаточно бодрый, в отличие от той ситуации, которая была полчаса назад. Машины стояли по 30, по 40 минут. Намного хуже ситуация сейчас на повороте в районе Венбаума. В том районе сейчас максимальные заторы. Особенно на повороте с Брянской, на Сурикова и Парижской коммуны. Такая же ситуация на проспекте Свободном в районе торгового центра. И также обстановка сложная сохраняется на улице Свердловская, Анатолия Гладкова, Мичурина и Партизана Железняка, ну и, конечно же, на проспекте газеты «Красноярский рабочий». Те, кто попал в самые такие горячие красные зоны, говорят, что стоят уже около 2 часов, не могут попасть домой. Ситуацию в городе, разумеется, ухудшил и полившийся дождь. Сейчас он стал намного слабее, но все равно. И опять же, этот дождь привел сразу к нескольким авариям, которые произошли практически по всему городу. И, конечно же, стоит отметить, что дорожные работы ухудшили обстановку, особенно на улицах 9 мая и Аэровокзальной. Ну и, разумеется, хочется отметить, что по традиции в такой ситуации таксисты подняли цены. Некоторые сообщают, что цены, стоимость поездки увеличилась в 2, в 3, это даже и в 5 раз. Хочется подчеркнуть, хочется пожелать в такой ситуации, разумеется, всем терпения и соблюдать на дороге безопасную дистанцию друг от друга. У меня на этом все. Юлия.